живописном месте города Екатеринбург, в Центральном парке культуры и отдыха имени Владимира Маяковского, расположена Свердловская детская железная дорога. На первый взгляд это обычный аттракцион, где каждый желающий может отправиться в увлекательную поездку на настоящем поезде. Но есть одна особенность. Все функции по подготовке подвижного состава, а также в пути следования поезда, выполняют юные школьники-железнодорожники под советом опытных инструкторов. В кружке «Юный железнодорожник» ребята в возрасте от 11 до 15 лет из разных районов города осваивают более 20 профессий. По ежегодной традиции движение поездов открывается в День защиты детей 1 июня. У нас представлены локомотивы и вагоны разных образцов. От ретро-поезда, ровесника детской железной дороги, открытой в 1960 году, до современных вагонов и локомотива, стилизованного под паровоз. Не так давно, в 2012 году, запущен на линию оснащенный по последнему слову техники локомотив ТУ-10. Поехали! Путешествие начинается со станции «Центральная». В пути следования предусмотрена посадка-высадка пассажиров на остановочных пунктах «Солнечная», «Пионерская» и «Юбилейная». Дорога протяженностью 2,5 километра оборудована современными устройствами сигнализации и связи. Для юных железнодорожников и гостей парка проводятся спортивные, развлекательные и торжественные мероприятия, приуроченные к знаменательным датам с привлечением руководителей Свердловской железной дороги. Мы рады, что нам выпала честь организовывать для вас эти удивительные поездки по окрестностям знаменитого парка. Кроме понедельника и вторника, наши поезда курсируют по утвержденному расписанию с 11 до 18 часов. Также мы приглашаем детей записаться в кружок юных железнодорожников. Здесь вы можете с пользой провести время, проявить свои способности и развить таланты. Тем самым внести свой вклад в процесс организации движения поездов. И обслуживания гостей-пассажиров. И однажды именно вы будете приветствовать родных, близких и друзей на перроне детской железной дороги в качестве проводника, диспетчера, машиниста или в другом почетном звании. Здесь вы найдете замечательных друзей.